Добро пожаловать в мир Тинькофф. Добрый день, я Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф Банка. Я присоединился к проекту в самом начале, в 2007 году. В команде и с основателем Олегом Тиньковым мы прошли весь путь от жесткого стартапа до сегодняшнего самого большого онлайн-банка мира. Сегодня я хочу вас пригласить на бесплатную конференцию, большую конференцию, которая произойдет 7 апреля в Олимпийском. На конференции я расскажу об успехе проекта Тинькофф с самого начала, раскрою все наши секреты. Среди секретов, про которые я расскажу, поделюсь с вами. Я расскажу о том, как мы строим самое лучшее клиентское обслуживание на российском финансовом рынке. Будет вам интересно, так что приходите, мы вас ждем. Вот это офис Тинькофф. Мы сидим на 6 этажах. Мы переехали сюда недавно и пытались сохранить уникальную атмосферу Тинькофф. Это то, что мы называем информационный фэншуй. Все видно, более-менее все слышно. Информация протекает между разными подразделениями, людьми. И это очень интересная такая рабочая атмосфера. Мы сейчас проходим через приемную Олега. Это некий велосипедный музей со всеми нашими сувенирами от спонсорства велокоманды Тинькофф. Тинькофф — это многофункциональная организация. Мы не просто про кредитные карты уже давно. У нас разные проекты. Продукты для малого бизнеса, что очень актуально для эти съемки и этой аудитории. У нас разные кредитные продукты, карточные продукты, текущий счет для физических лиц, мобильные решения, так называемые моноприложения, страховая компания, много всего. То есть мы представляем полный спектр услуг для наших клиентов. Их уже больше 5 миллионов. И вы видите, здесь много разных бизнес-линий, которые как раз все эти продукты и сервисы поддерживают, разрабатывают и придумывают постоянно какие-то новые интересные подходы. Это предпринимательский подход. Мы очень бережливы, но очень энергичны, там сумасшедшие креатива. Это бизнес-модель. То, что у нас нет отделения, нет фиксированных расходов, и мы очень чувствительны и гибки. И это, конечно, инновационный подход. То есть мы можем придумать очень много разных тем, очень быстро инновировать и выводить новые продукты на рынок. Это большая проблема. Соответственно, это комбинация разных вещей. Это зажигательная атмосфера. Люди приходят на работу с большим энтузиазмом и проводит длинный день на рабочем месте. Это, конечно, бизнес-процессы и IT-технология, которая им помогает, вспомогает делать свою работу хорошо. И это определенная культура клиентского обслуживания. Клиент всегда на первом месте. Да, это определенная оружейная гонка, потому что не только мы занимаемся технологическими инновациями, но чтобы остаться впереди всех, всегда надо найти идеи, то есть как генерить эти идеи, как их фиксировать, как их не терять в большой организации. И у нас есть определенный интересный подход, называется test and learn, то есть мы не боимся рискнуть, мы даем ресурс нашим коллегам, молодым людям, мы говорим, иди, попробуй, экспериментируй, если работает, тогда мы анализируем результат и масштабируем проект. И вот эта лаборатория, если хотите, что есть в Тинькофф Банк, это нам позволяет инновировать и генерить новые продукты и сервисы намного быстрее, чем рынок.